Всем огромный привет! Сегодня я получила посылку от замечательного блогера миссис Смит. Оля, спасибо тебе большое! Настолько приятно и неожиданно на самом деле было. Дело в том, что посылка ко мне приехала в районе, наверное, недели назад. Но у нас закрыли почту без всяких объяснений. Вернее, на двери повесили такое объяснение, что по техническим причинам почтовое отделение закрыто. Но посылка была уже на нем, и хотелось ее получить. Сегодня у меня муж шел мимо почтового отделения и случайно увидел, как почтовый работник оттуда выходит, из запертой двери. Подошел и попросил, говорит, отдайте, пожалуйста, наши посылки, если это возможно. Девушка пошла навстречу и отдала сразу две посылки. Первая — это был мой заказ, я о нем позднее расскажу в другом ролике. Ну а вторая посылка — это посылка от Оленьки. Оля, настолько приятно, я ее еще не открывала. Я сегодня затеяла уборку, генералила кухню, и тут муж приходит с этой коробкой. Я всю работу бросила, пошла себя приводить в порядок, и вот она. Давайте открывать, не буду томить ни вас, ни себя, потому что действительно очень интересно. Посылка ехала из Нижегородской области, из города Дзержинска. Вот так. Там живет Оля. Я на Олю подписана, когда у нее еще канал только начинался. Она замечательный блогер и своими силами, своими усилиями развивает свой канал. Очень нравится мне эта девочка. У нее интересные обзоры. Причем темы разнообразные. И покупки, и заказы, и болталки, и влоги. И вообще она девчонка с юмором. Ух ты! Чего тут только нет. Так приятно, Оля. Ну, давайте я вот так, наверное, поставлю себе на коленочки. Давайте я вам вот так покажу, чтобы тоже вы подразнились, как и я. Давайте смотреть. Ух ты. Первая пудра-воск от Schwarzkopf. Честно, вижу впервые, я даже не сразу понимаю, что это. Но, как я понимаю, сверхсильная фиксация, значит, оно вообще до 30 применений, ремоделирование и упругая укладка. Так что будем делать прически. Ой, так здорово. Вообще для меня каждая посылка, она настолько сказочная. Это сколько человек приложил труда, усилий, средств, чтобы вот это все собрать, прислать. Это настолько, не знаю, для меня это прямо сказка. Поэтому так приятно. От Эвилайн, органа и олива. Я так думаю, это крем, наверное. Крем для лица, я так понимаю. Давайте я вам вот так покажу. Я сегодня села специально поближе, чтобы и вам было хорошо видно продукты. Но если будет необходимость, я в конце все вместе покажу. Но пока так. Вот такой интересный крем. Или это маска? Нет, крем. От морщинок. Спасибо. Вообще, я еще в себя не пришла. Я, во-первых, от Оли не ожидала. Ну, я вообще ни от кого не ожидаю посылок. Но тут было прям так сказочно. Ух ты, это тоже от Эвилайн. Я ее то Эвелин называю, эту косметику, то Эвилайн. Потому что так я и не знаю до сих пор, как правильно называется эта фирма, компания. Экстра софт, биооливки, эксклюзивно восстанавливающий крем. Для сухой и очень сухой кожи. То есть это как раз зимний вариант. Спасибо, Оленька. Я знаю, что вот эти кремы, они идут зафольгированные, да. Так не пахнет. Но если оливки, то должно пахнуть оливками, и такая должна быть зеленоватая текстура, я так думаю. Ой, все такое классное, я прям сама себе завидую. Тоже от Эвилайн. Но сегодня я научусь правильно произносить эту компанию. Бриллианты 24 карата золота, гиалуроновая кислота, ого.
Омолаживающий крем-сыворотка для контура глаз. Оля. Уменьшает темные круги и отечность. Вы знаете, сколько я времени сейчас эти круги замазывала всеми корректорами, которые у меня есть в доме? Сейчас лечу спину, и от боли в спине очень сильно отражается под глазками. Там такие синяки, как будто мне хорошо там... Ну, в общем, подровняли. Классно, на самом деле, почему еще классно? У меня сейчас прям вот я выдавливаю последние капельки крема вокруг под глаза, и у меня ни в запасах нигде нет. Поэтому, Оль, ты прям как в воду смотрела. Посмотрите, какая прелесть. На самом деле и крем-то замечательный. Ни разу не пробовала. Но открою прямо сегодня, и он будет следующим. После того, которым я сейчас пользуюсь. Ой, у меня аж глаза разбегаются. От Гаринье. Ультраупругость, подтягивающее масло для тела. Двойной эффект за 2 недели. Ого. У меня от Гаринье есть для волос масло, а тут для тела. Классно. Вообще супер. Спасибо. Молочко для тела. Эко-лаборатория. Ну, теперь как-то оно по-другому называется. Вот так вот оно выглядит. Молочко для тела, бархатная кожа. Идет органическое масло абрикоса, масло лаванды, экстракт магнолии и граната. Давайте понюхаем. Ой, как вкусно. Пахнет абрикосом и, наверное, магнолией. В общем, цветочно-фруктовый такой аромат, вкусный-вкусный. Вот я бы хотела, чтобы так от тела пахло. Вообще, очень приятно. Мне тут покой не дает коробка. Вау. Это от кафе красоты. Подарочный набор цитрусовый. Вау. Цитрусовый маффин. У меня недавно только была такая коробочка, но там аромат был розы. Я показывала в пустышках. И вот представляете, тут же приезжает новая. Сюда входит бомбочка, соль и мыло. Мыло ручной работы, вот оно. Бомбочку у меня любит Макс, а соль я оставлю себе. Но мыло, наверное, пока спрячу. Я же мыльная королева-то. Ой, девочки, так много всего интересного. Еще от Эколаб скраб для тела. Детокс. И чего-то тут цитрусовое. Ух ты. Давайте я вам вот так покажу. Вот такой вот скраб. Он, наверное, зафольгирован или заглушка. Нет, фольга. Натуральная, органическая. Даже тут, смотрите, как красиво оформили. Но нарисован апельсин или мандарин. Видно, да? Так, в состав входит органическое масло ши, миндаля, которые питают, смягчают кожу, делают ее нежной, гладкой. Экстракты кого? Кумквата. Вау. Гречишного меда, базилика и пчелиный воск. Так. Основа натуральных масел. Ой, вообще так здорово. Без СЛС, без парабенов. Давайте я вот так вот покажу. Не знаю, будет видно или нет. Вот так. Может быть он... На самом деле, вот меня ругают иногда девчонки, что там слишком эмоции бурлят. А вы попробуйте без эмоций, если это вообще сказочное чувство. Тут еще как бурлят. Тут думаешь, как бы вообще не выпрыгнули они из ушей, эти эмоции. Гаринье, интенсивный уход, питание, восстанавливающий крем для рук с салантаином. Питает, восстанавливает тоже для очень сухой кожи. Каковой у меня она сейчас является. Наступила зима. У меня она летом суховатая, а зимой это вообще актуально. Так приятно вообще. Еще один от Гаринье крем. Вот все новое. Ничего не пользовалась, ничем не пользовалась. Он такой.
Нежное прикосновение. Эффективность 24 часов. Крем для рук, масло манго. Смягчает кожу рук и кутикул. Быстро впитывается. А этот вообще классный для работы. Если тот гриньер для ночи, на ночь подойдет, то этот на день. Ой, как вкусно пахнет. Это я люблю. Сейчас я тут накрашу. Везде намажем. Ой, вообще я такая радостная. Особенно прям вот Эвелайн, Эвелин. Девчонки, кто знает точно? Многие же английские знают меня, поправляют, как правильно. Научите вы меня, в конце концов, как правильно читается эта бедная компания. А то уже весь YouTube так двумя названиями и называет. Конечно, можно иностранных посмотреть, блогеров. Но, может быть, кто-то знает этот язык. Опять от Гориньер. Вообще, две компании, три, да? У меня сегодня рулят, Оль, вообще, надо же, это нужно запомнить, чего у меня не было никогда, и купить именно то, что не пробовала, так приятно вообще. Тающее молочко для тела, увлажнение до 7 дней, масло манго, ой, смягчает, мгновенно впитывается. Что-то я даже, девочки, мыться захотела. Вот такое молочко замечательное. Мальчики тоже. Ой, вообще так классно. Простите, что повторяюсь. Но приятно. Очарование от Palmolive. У меня такой гель для душа есть. Мне его присылала Танюшка. Но мне его так жалко было открывать. Теперь я спокойно открою. У меня же теперь два, очень вкусно пахнет. Пахнет свежестью и цветами. Красивый дизайн на самом деле, очень красивое очарование. И такое позитивное, мне кажется, даже настроение будет в ванной, в душе подниматься, когда таким средством будешь пользоваться. Так, еще что-то очень интересное. От Le Petit Marcellier. Я все это туда, пакетики. Шампунь для всех типов волос, мягкость и уход. Молочко и цветок липы. Я первый раз просто вижу. Сейчас от Le Petit Marcellier очень много вышло шампуней. И все такие новинки, по крайней мере для меня. С удовольствием попробую, потому что ну, шампунь точно у меня не было и не пробовала. Приятно. Вот такая фея в Дзержинске живет. Так. Это пока отложим. Есть еще вот такая красивенная коробочка. Зимняя она вся такая. Вся в снегу, в снеговичках. Такая красивая. О, мамочки! От радости взабу дыхание сперла. Вот попробуйте не радоваться. Вот. Не получится. Ой, девочки, я сейчас это в себя пока приду, пусть постоит. Я вам сейчас покажу еще один пакетик. Тут еще есть вот такой пакетик. Написано, что это для хорошего праздничного настроения. И тут салфетки. Салфетки мы любим. Также тут, ой, что-то вообще такое замечательное, со снеговичком, вот такой вот набор, прихваточек, голубые. Мы как раз на днях спалили чайник вместе с нашими новыми прихватками, так что повешу, будет новиночка у нас. Ну, у меня одна прихваточка от Оли осталась. Оля мне из Тюмени присылала. Она у меня одна одинокая теперь висит. И теперь у меня еще две будут. Смотрите, какая красота. Это блокнотик. Обожаю блокноты. Все уже это знают. Значит, так красиво тут оформлено. Клеточки и есть. Так, тут.
В общем, вверху для даты, и тут, наверное, типа фирма, да, это фирма написано, так интересно. Симпатичный очень блокнотик, он, как я люблю, корпусной и блестит. Не знаю, вам видно или нет, но он такой еще с блесточками на передней панельке. Сзади нет блесточек, а спереди есть. Так классно. Очень красивый, прям такой. Спрячу сначала. Меня спрашивали кто-то из девочек, пользуюсь ли я блокнотами. Пользуюсь. У меня очень-очень вот много блокнотов, тетрадей в записях. То есть я и домашнюю бухгалтерию веду, и по компаниям пишу, Avon Faberlic, я свои записи пишу. У меня для рисунков есть много блокнотов, для личных пометок, заметок. Поэтому одновременно очень много в ходу именно. И когда заканчивается один, я сразу на его место заменяю. Поэтому это я очень люблю. Спасибо, Оля, огромное. Прямо я все в коробочку смотрю, вот в эту чудо-коробочку. Оля, так шикарно, так все щедро. Ой, у тебя какая прелесть. И как нас зовут? Она зовут Светильник. Или Светлячок? Светильник. Он что, еще и светить умеет? Вот такой Миша. Давайте его откроем. Прям это что, интересно? Сейчас мы посмотрим, что тут за Миша такой. Ну, давай, вылазим. Стесняется. Вот такой вот Миша в колпаке. Тут есть заглушечка. Ух ты! Смотрите. Вот так вот он умеет светить. Красивый какой. Куда мне поставить его? Будет он вам светить? Видно? Мы сейчас его... Ну ладно, пусть пока так светит. Вообще так приятно. Мыло! Мыло для мыльной горы хозяйки от Дав. Это кокосовое молочко. У него очень-очень приятный аромат. У меня и сейчас в мыльнице Дав лежит. Я вот с огромным удовольствием ими и пользуюсь. Ну, конечно, в коллекции у меня тоже обязательно лежит. Но и пользуюсь. Как только заканчивается, я обязательно-обязательно сразу новенькое добавляю. Видно, как светится? Так что у меня сегодня помощник. Максимка у меня в отпуске. Так, тут есть кое-что для релакса. От Эвелин. Эвелин. СОС профессиональный ароматический пилинг для рук. И также питательная маска-сыворотка для рук и ногтей. Смотрите, вот такая двухфазная штучка для ручек. То есть сначала их обработаешь, отпилингуешь, а потом в масочку. Можно даже, я так думаю, в перчаточке на какое-то время. Это замечательно. Это я люблю. Спасибо. От Skin Light. А, это знакомые немножко маски. Я им еще не пользовалась. Но где одна, там и две. Я себе тоже по одной купила, а теперь у меня по две. Так что можно смело пользоваться. Два раза это даже еще и лучше. То есть, когда два раза в неделю одним и тем же чем-то пользуешься, то легче увидеть результат, когда одна наложилась на вторую. Первая маска с восточными травами, восстанавливающая цвет лица. А это маска лифтинг для лица с коэнзимами Q10. Вот так. И что-то тут совсем классненькое. Это мне для работы, для творчества. Ой, какая прелесть, да все такое нужное и классненькое. Оля, спасибо, тут все такое суперское. Вот, я не знаю, творческий человек, он поймет, что здесь клад и богатство. Танюшка Хорошева меня баловала, я пользуюсь всеми ее подарками тоже для творчества. И тут столько всего, вообще...
Тут и божьи коровки, и цветочки, и мордочки, и смайлики. И вот эти помпошки, которые очень украшают кукольные платьишки. Оля, спасибо. Вот такая красота. Это очень-очень нужное. Не поверите, но коробка пустая. Но вы не уходите. Сейчас самое интересное только начинается. До этого было очень интересно, а теперь прямо мега интересно. Давайте смотреть. Ой, вообще. Тут есть даже записочка. Сейчас я с нее начну. Вдруг тут инструкция, как доставать, в каком порядке. Ага. Спасибо. Оля мне прислала блеск от Maybelline. Я у нее в ролике спрашивала, что у нее на губах такое красивое. Сейчас мы его найдем. Вау, какое чудо. Я даже загляделась. Вы посмотрите, какая пробка классная. Это от Coca-Cola. В общем, бальзам для губ. Ой, вообще чудо. А, это блеск. Это даже блеск для губ. Это не бальзам. Вот такое чудо. Я такого даже в продаже не видела. Сама себе завидую, это точно. Настолько классно. Я, видите, я сдерживаю эмоции. Так что не надо мне писать ничего плохое. Я стараюсь. Стеллари. Какая красота. Давайте я вам вот так сначала покажу, а то я уже вынимаю. Я так понимаю, что это тени. Палетка от Стеллари. Ух ты. Какое чудо. Так, сейчас я вот так закрою. Мне тут девчонки говорят, что ты забываешь закрывать. Вот такие цвета. Серый, такой розовый и белый. Давайте посмотрим. Ой, а какая пигментация. Розовый на все веко. Он матовый. Белый, он как хайлайтер. Вообще супер. Сейчас я все это дело... И темный. Это хороший смоки-айс можно сделать. Так, сейчас я розовенький. Розовое на все веко. Ну, девчонки, честно, посмотрите, какая красота. К мальчишкам не обращаюсь. Ну, они, наверное, тоже поймут, что это красота. Но девочки лучше сообразят в этом отношении. Очень красивый. Спасибо. Тени, это все мое. Оль, я тебе так признательна. Вообще... Ну, девочки, декоративка, вы представляете, это вообще какое счастье. Это еще не все. Это был вот такой номер. А тут есть еще вот такой номер. Я сейчас дышать перестану от радости. Вообще так приятно. Такая красивая упаковка. Я в первом случае даже забыла показать упаковку. Я недавно купила две помады от Stellar. Мне очень они понравились. Ух ты. Так, давайте я опять закрою. Оттенки, конечно, такие красивые. И самое интересное, что у меня нет таких палеток. Это я недавно показывала все свои палетки. Я не знаю, Оля, ты смотрела или нет. Но ты умудрилась прислать то, что у меня нет как бы идентичного. Вот такие вот цвета. Очень красиво вообще. Очень. Когда я брала две помады, я долго-долго топталась у теней. Это вот для вас верхние сейчас вот эти. Вот так вот обе палетки смотрятся. Давайте я вот так покажу. А то я же говорила, что вот так нельзя показывать сводчи. Да? А то сейчас покажу точно так же. От радости-то. Долго-долго топталась я у теней, но решила, что помады мне нужнее. Вот вообще.
Очень красиво. У меня даже слова кончились. Вот такая красота. Ой, это Baby. Baby Lips. Это очень классный бальзам с ароматом персика и персиковый цвет. Мне когда-то присылала такой же Ануля. Я его в течение, наверное, 1,5–2 месяцев вместо помады даже носила. Очень понравился. Поэтому спасибо, спасибо, Оль. Буду с огромным удовольствием пользоваться. Я очень люблю. То есть я знаю его хорошо. И, как мне кажется, он, наверное, лучший вот из всех. Ну, по крайней мере, вот по обзорам я слышала. Девчонки хвалили всех больше вроде бы его. Но я его знаю, что он классный. Ой. Дальше. Где моя челка? Ого. Это от Divash тушь. Я о ней слышала, но никогда не видела и не пользовалась. 90-60-90. Вот такая она классная. Давайте я вот так покажу. Не знаю, вам будет видно или нет. Вот тут какая щеточка. Я сейчас не открою. Открою уже, когда буду косметички месяца показывать. Ну, просто надо использовать то, что у меня сейчас открыто. Спасибо. Вообще. Ну, я слышала, я вот про эту тушь много слышала, что она хорошая. Конкретно не помню, в чем хорошо. Но если учесть, что 90-60-90 это идеально, то получается и тут будет все идеально в этих бровях путаться. Но это еще не все. Ого. От Кабаре. Вы знаете, это у меня уже вторая. У меня есть такая. В общем, цветная тушь от Кабаре. В номере 3. Зеленая. Она у меня сейчас уже практически высохшая. И она у меня снова новая. Но открывать опять же не буду. Давайте вот так я покажу, как она выглядит. И с огромным удовольствием, вот когда у меня та уйдет в пустышки, я открою эту. Вообще, сколько подарков. Карандаш. Давайте достанем, посмотрим. В номере 342. А что за... Давайте вот так покажу. Не знаю, видно или нет. Ну, что-то интересное. Давайте смотреть. Он светлый, чуть-чуть уходит в коралл. Вот так вот. Ой, вообще. Класс. Так, от Divash винил глосс. Это что? Давайте сразу открывать. В номере 3204. Не знаю, видно или нет, фокусируется или нет. Но мы сейчас посмотрим цвет. Ой, какой. Ой, яркий, какой красивый. Но летом это вообще будет самое то. Вот такой нежный-нежный красивый цвет розовый. Не знаю, пойдет или нет, но интересно. Мне кажется, когда яркие цвета летом, они очень красиво смотрятся, и всегда можно немножко промокнуть салфеткой, тогда немножко блеск спадет, и тогда цвет будет вообще очень красивый и нежный. Так приятно. Так. Что это такое? Сияющий объем, блеск для губ. Давайте Vivienne Sabo, наверное. Да, тут так блестит, что я даже не вижу. Смотрите, вот такая вот она красивая. Один блеск стоит в номере 23. Но когда номер можно не показывать. Так, сейчас мы с вами откроем.
Никто никуда не торопится. Если что, на паузу поставьте, чайку налейте. Будем блеск смотреть. Я пока буду открывать. У меня прямой эфир, поэтому ничего вырезать не буду. Вот как открываю, так и открываю. Самое интересное. Очень интересная кисточка. Я в том не показала вам кисточку. И вот просто чисто блеск с блесточками. С разноцветными, яркими, красивыми блестками. Сейчас покажу. Вот, видно? Но я надеюсь, что фокусируется очень красиво. Его хорошо поверх матовых помад или вот что-то такое придать цвета. Ну и добралась я до этой помады. Так, где тут начало? В общем, Maybelline. 705 номер. Я думаю, тут не будет вам видно, но вы мне так поверьте. Вот так она выглядит. Сама упаковка. Сейчас снимем тоже блестяшечку. Ой, как интересно. Очень интересная вот такая вот изогнутая щетка. Ну, спонж. Да? И где нарисовать? Ой, какая красивая. Очень красивая. Так, сейчас я... Вот она. Оля, очень красивая. Спасибо. Я у тебя спросила... Я не знала. Спасибо. Очень нравится. Еще раз покажу, девчонки, все сводчи. Ну, реально, потому что красивое, все такое классное. Коробочка моя, чудо. Коробочка пустая. Зато полное сердце радости. Может, не скажу, какой еще орган у меня полный радости. Ну, радость везде кипит. На самом деле очень приятно. Оля, спасибо тебе большое. Ну, я считаю, незаслуженные подарки. Но радость огромная. Обязательно я оставлю всем вам ссылку на канал Оли. Пройдите, познакомьтесь. Это очень щедрый и очень добрый человек. Ну, щедрый это, понятно, по посылке. Но как по характеру очень добрая девочка с юмором. Очень хорошо с юмором по-доброму к себе относится. Интересные истории порой с ней происходят, она о них рассказывает. Поэтому знакомьтесь с Олей. Я думаю, она вам тоже станет близкой, как и мне. Оль, тебе еще один раз огромное спасибо. Всем спасибо за внимание. И всем пока.